Самуил Маршак, «Акула». На Дальнем Востоке акула охотой была занята. Злодейка акула дерзнула напасть на соседа кита. Сожру половину Китая и буду, наверное, сытая. Денек или два, а затем и все остальное доем. Подумав об этом, акула зубастой разинула рот, шершавое брюхо раздула и ринулась дерзко вперед. Но слопать живьем, как селедку, акула кита не могла. Не лезет он в жадную глотку, для этого глотка мала. Китом подавилась акула и, лопнув по швам, потонула.